Всем привет, друзья! С вами я, Андрей, вы на канале Guys Games. И сейчас я вам расскажу, как запустить GTA 5, полученную с Epic Games, если она была у вас куплена ранее в других магазинах и установлена на компьютер. Расскажу про себя, как у меня, почему я пришел к этому маленькому инструкции гайдику, да. Я получил, как и многие сейчас получают в Epic Games GTA 5, бесплатно, сейчас идет акция, все получают, там бум, целый ажиотаж, все такое, но у меня была уже GTA купленная. GTA 5 я покупал несколько лет назад, ее установил, немного играл, сейчас решил получить бесплатно, потому что там разные бонусы, и столкнулся с тем, что при запуске в Epic Games этой игры, то есть я ее получил, захожу в библиотеку, нажимаю играть, но мне предлагают установить ее по новой. То есть, а у меня уже игра была установлена, и мне как бы я там начал гуглить, смотреть. В общем, какой инфы для людей нет нормальной. Решил с вами поделиться. Как же все-таки ее запустить, не устанавливая заново? А то мне некоторые говорили, что да, возьми ты новую, установи, то удали. Короче, это какой-то гемор. Ребята, все делается в два буквально нажатия. Первое, что надо сделать. Я вам покажу на примере другой игры, не буду заново сейчас удалять, переустанавливать игру, ну, понимаете, это долго, да, и, ну, там все это менять не надо, короче. Покажу, как это делал я. Запускаешь, когда вы заходите в библиотеку Epic Games, там на иконке GTA 5 есть, там будет под ней написано «Установить». То есть вы на нее нажимаете, вам предлагают выбрать путь. Нужно указать путь в папке, где уже у вас установлена была GTA. Но, один момент, когда мы устанавливаем GTA с Epic Games, у меня здесь путь был прописан, ну, я прописывал, да, GTA, DA Rockstar Games, у меня на диске DA игра была установлена, и здесь было написано в Epic Games GTA 5 галочкой. Но когда я ранее покупал у Rockstar, ну, то есть в магазине, да, сразу напрямую в Social Club или где-то там надо покупать, не помню. Сейчас вам покажу, как она у меня там папка называлась. Она называлась по-другому. Называлась она вот так, смотрите. Grand Theft Auto 5. То есть что нам нужно? Нам нужно найти, где у вас была установлена эта папка, ее переименовать в GTA 5, GTA 5 без пробелов, потому что Epic Games устанавливает в такую папку без пробелов. И, соответственно, вернуться в Epic Games и указать путь к этой папке. Все. То есть здесь указать путь к этой папке, на это если будете устанавливать GTA, то такой проблемы не будет. Типа в GTA она будет видеть, что тут устанавливается. Нажать кнопку «Установить». Все, у вас Epic Games начнет установку, то есть он проверит файлы, то, что они существуют, и, ну, там где-то минут 10 у меня это заняло, может быть, 5. Проверка файлов проходит, и все, вы можете играть. Единственное, я делал немножко не так. Если у вас так не получится, то покажу сейчас еще один момент. Я в папке сначала указал с пробелом. Первое, что я сделал, это я указал папку с пробелом. И когда я нажал здесь в Epic Games установку начать, то у меня он создал новую папку. Он создал новую папку рядом с этой GTA, да, 5, только без пробела. После чего я зашел в Epic Games опять, отменил установку. Вернулся обратно, вы поняли, да? Переименовал папку обратно в GTA 5 без пробела. А ту, куда он начал установку, удалил. Ту, которую он начал установку, удалил. И нажал заново в Epic Games установить. И тем самым уж 100% у вас получится установить. Ну, если вдруг у вас какие-то будут проблемы, вдруг по моему способу не получится, потому что сейчас, видите, я не проверяю из-за того, что... Ну, это зачем? Мне игра уже установлена, и не хочу, чтобы там что-то у меня было не так. Вдруг какие-то файлы там начнут опять проверять замену и так далее. Короче, не надо. В общем, все, пользуйтесь. Если у вас что-то не получится, пишите в комментариях, я вам подскажу. Если нужна будет помощь, там, давайте заходите в Discord, ссылки в описании. В Discord я вам также могу с вами списаться, если что, подскажу, как это делается. Вообще, залетайте на стримы. Стримы у меня каждый день в 6 часов вечера. Сейчас прохожу GTA. С вами пообщаться будет очень приятно. Надеюсь, что вы зайдете ко мне. Подписывайтесь на канал. Все, ребятки, всем до скорых встреч. Пока.